Всем привет! Вы на канале Делай Дома. В этом видео я покажу мастер-класс по пошиву летней открытой кепки для деток. А пока смотрите видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые видео. Делаем выкройку козырька. Чертим прямоугольник 18 на 13 сантиметров. Далее чертим диагонали. По верхним частям диагонали откладываем по 3 сантиметра. Теперь у нас есть 5 точек. 3 сантиметра по диагоналям, середина отрезка 18 сантиметров и нижние углы прямоугольника. Соединяем точки по примеру. Это наружный контур козырька. От середины откладываем 1 сантиметр вниз. Находим середину нижних частей диагонали и вверх откладываем по 0,5 сантиметра. Соединяем точки по примеру. Выкройка козырька готова. Хочу сказать наперед, если делать выкройку на взрослого, то прямоугольник нужно взять 20 на 15 сантиметров, все остальное по примеру. Складываем выкройку пополам и вырезаем. Переносим выкройку на ткань. Нам понадобятся две детали из ткани, делаем их с припусками на швы, и одна деталь из плотного фетра без припуска. На верхнюю деталь клеим флизелин. Собираем козырек. Две тканевые детали кладем лицо к лицу и сшиваем по наружному краю. Выворачиваем. Вкладываем фетровую деталь вовнутрь. Расправляем и прокладываем строчку по контуру козырька. Козырек готов. Меряем окружность головы ребенка. У меня получилось 51 сантиметр. Делаем деталь резиновой вставки сзади. Отрез ткани 20 на 11 сантиметров складываем пополам и сшиваем в трубу. Выворачиваем. Вставляем резинку и один край сшиваем. Достаем второй край резинки и с другой стороны тоже прокладываем строчку. Вот такая резиновая вставка получилась. Берем два отреза ткани 40 на 6 сантиметров. Их длину высчитываем путем вычитания. Из длины окружности головы 51 сантиметр вычитаем длину резиновой детали 11 сантиметров. Получилось 40 сантиметров. Отмечаем середины деталей и крепим к козырьку. Скалываем и наметываем. Прокладываем строчку. Теперь крепим резиновую вставку. Вставляем ее между двумя деталями и закрепляем. Прошиваем торец и где-то сантиметра 2-3 по длине. С другой стороны также. Закрепляем. Проверяем, все ли правильно, и сшиваем. Теперь сшиваем вверх. Подворачиваем вовнутрь края и наметываем.
прокладываем строчку по верхнему и нижнему краю ободка. Получилось очень симпатично. Открытая шапочка на лето готова. Кепочка получается очень интересная и практичная, так как она легкая и не мешает ребенку и в то же время защищает глазки от солнышка. Я надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые видео. До новых встреч!